Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Виктория – одинокая мама трех девочек. Третья малышка родилась совсем недавно. Женщина обратилась к нам с просьбой помочь сбором детских вещей. На этот призыв откликнулся Александр Борисов. Молодой человек-юрист и председатель общественной организации «Содействие». Мирская общественная организация социальной помощи «Содействие» она не так давно начала свое действие, 19 июня 2017 года. Помогаем малообеспеченным в выделении вещей, которые нам как бы приносят. То есть мы принимаем вещи и непосредственно отдаем, не проверяем документы. Вот приходит кому нужно, тот и берет. Также оказываем бесплатную юридическую помощь. Если вы можете помочь вещами нуждающимся, можете принести их в офис общественной организации. Пункт приема работает ежедневно с 10 утра до 18 часов по улице Кирова, 1, офис 18. Вот это все для новородия. Вот как взять. К акции присоединились и молодые специалисты компании «Алроса». Например, Роман Чернецкий и Андрей Переселенцев помогли с доставкой одежды и продуктов. К благотворительному марафону подключились и предприниматели. Шеф-котела Тургунбаев, владелец нескольких торговых точек, привез в одну из семей свежие овощи и фрукты. Всегда хотим помогать вот таким. Если мы не поможем, а кто нам поможет таких? Мы всегда помогать будем теперь. Отдельно приятно, что предприниматель пообещал и в дальнейшем помогать этой семье. Всем, кто хочет помочь нуждающимся словом, делом или финансами, могут написать смс на номер 8-914-252-3370 или позвонить в рабочие часы на телефон горячей линии 8-800-255-21. Мария Урцева, Алексей Меркулин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».